Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Борис Оборотов и компания gsmrepeater.ru. Собираетесь в поездку за город, в командировку, в путешествие, а интернет с собой взяли? Сегодня мы расскажем об одном из самых быстрых 4G роутеров, который поместится в вашей походной сумке или бардачке автомобиля. Поехали! Netgear Nighthawk M2, он же модель MR2100, это компактный роутер, который обеспечивает максимальную скорость мобильного интернета в современных сотовых сетях. Вы устанавливаете сим-карту любого оператора с подходящим тарифом внутрь устройства, и все окружающие получают доступ к быстрому интернету по Wi-Fi. Устройство относится к 20-й категории LTE, а это значит, что оно поддерживает агрегацию до 5 полос частот и технологию MIMO 4x4. Производитель заявляет, что при использовании этих технологий максимальная скорость загрузки в 4G сетях может достигать 2 гигабит в секунду. Разумеется, многое будет зависеть и от вашего оператора. В городах и населенных пунктах с современной сотовой инфраструктурой Nighthawk M2 сможет разогнаться по полной и обеспечить фантастическую скорость загрузки. В пригороде или за городом скорость будет пониже, однако и там Nighthawk показывает прекрасные результаты. Подключиться к роутеру можно с любого Wi-Fi устройства, будь то смартфон, планшет или ноутбук. Для обмена данными Netgear использует высокоскоростной стандарт Wi-Fi 802.11ac на частоте 5 ГГц. Для старых устройств также поддерживается частота 2,4 ГГц. Одновременно к роутеру может быть подключено до 20 девайсов. А теперь давайте взглянем на роутер поближе. Netgear отлично поработали над дизайном. Обычно мобильные роутеры выглядят непрезентабельно, но только не Nighthawk M2. Современный вид, приятный пластик, цветной сенсорный ЖК-экран. С помощью ЖК-экрана вы можете легко получить информацию о текущей работе роутера, количестве подключенных клиентов, уровне заряда батареи, объеме израсходованного трафика. Также вы можете изменить основные параметры Wi-Fi сети, прочитать SMS-сообщения и подключить к Wi-Fi новое устройство. Для простоты навигации рядом с ЖК-экраном размещены две кнопки «Домой» и «Назад». Это очень удобно. В отличие от многих других мобильных роутеров, Nighthawk M2 оснащен сетевым портом Ethernet для проводного подключения компьютера, ноутбука или любого другого устройства. Это выгодно отличает устройство Netgear от конкурентов, которые почему-то считают, что такая опция не нужна. Также разработчики снабдили роутер современным портом USB Type-C для подключения к блоку питания или компьютеру и полноразмерным USB портом для зарядки других устройств. Да-да, вы не ослышались. Nighthawk M2 может выполнять функцию пауэрбанка, чтобы подзарядить внезапно севший смартфон или планшет. За двумя защитными шторками находятся разъемы для подключения внешних антенн. И это еще одна прекрасная опция, о которой позаботились разработчики Netgear. За городом сотовый сигнал может быть слишком слабым, чтобы обеспечить высокую скорость мобильного интернета. Поэтому к Nighthawk M2 вы можете подключить специальную выносную антенну и существенно увеличить качество приема. Под задней крышкой располагается слот для сим-карты. Съемный аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает до 24 часов бесперебойной работы. Помимо самого роутера и аккумулятора, в комплекте также имеется USB-адаптер и кабель. Netgear Nighthawk M2 – выбор для тех, кто устал от компромиссных решений. Здесь есть все. Высокая скорость, крутой дизайн, возможность усилить сотовую связь. А при покупке роутера в нашем магазине вы получаете подарок – удобный чехол для переноски и транспортировки. Так что приобрести такой роутер вы можете по ссылке в описании. С вами был Борис Оборотов. До новых встреч и стабильного вам всем соединения!